вчера. Здорово. Наоборот, народу еще прибавилось. Зал практически полный. С вами ваш ведущий Илья Вагон и Татьяна Раевская. У которой, кстати, сегодня день рождения. Поэтому давайте всем залом на 4 доли поприветствуем. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Спасибо. Ну а пока она отходит от краснения, от смущения, да, я скажу несколько слов по поводу нашего голосования зрительского. Значит, я напоминаю, что фестиваль «Удинская нота» организован творческим объединением «ОАЗИС». Это не просто слово, это аббревиатура. Оно означает «Общество авторов, зрителей и исполнителей». Поэтому сегодня на вас особая ответственность. Сейчас на эту сцену будут выходить, по мнению жюри, лучшие наши участники. Они очень нуждаются в вашей поддержке. Поэтому ваша задача сегодня – определить счастливого обладателя приза зрительских симпатий и вручить свои голоса на выходе Оксане Рачкулик, председателю нашего фестиваля и творческого объединения «ОАЗИС». Все так. Хочу представить наше жюри. Итак, Константин Арбенин, город Санкт-Петербург. Александр Смуров, город Тула. Константин Вихляев, город Санкт-Петербург. Анатолий Шенберг, город Нижний Новгород. А, вообще, вы их сегодня всех еще увидите. Роман Филиппов. На сцене. Город Москва. Я вижу Сергея Рубашкина. Сергей Рубашкин. Город Москва. Никого не забыла вроде бы. Да. Ну, начинаем. И первая наша номинация – это «Юный мини-стрель». По традиции «Дамы вперед». Песню Екатерины «Болдыревый кот» вам представляет Алиса Сутермина, город Москва. А Анастасия Пшеничная в этот момент готовится. Алиса Сутермина. Я Алиса Сутермина из города Москва, мне 12 лет. Хочу исполнить кота Екатерины Болдыревой. Подражать готовы, чтобы подчеркнуть свою нифиговость. Это я гляжу на вас взором странным, божества еще первобытных хроник. Это мне завидуют Дон Жуаны. Да только я не циник, я ироник. Я шажок, я другой вперед. Не пытайтесь за мною глядеть. Все-таки я черный кот. Дома, дома в такую ночь не усидеть. Я шажок, я другой за дверь. Не мечтайте даже поймать. Все-таки я ночной зверь. Надо же понимать. Что такое жизнь и что делать не? Я, наверное, сущность другой планеты. Мне по кайфу теплая батарея. Захочу войны, покажу характер. Захочу любви,
вещь, и пора прощаться, жуйте сами свой вискас. Я на охоту, и я шажок, я другой вперед. Не пытайтесь за мной глядеть, все-таки я черный кот. Дома в такую ночь не усидеть, я живу, я другой за дверь. Не мечтайте даже поймать, все-таки я ночной зверь. Надо же понимать. Песню Юлии Авструб про ангела вам дарит юный менестрель из Твери Анастасия Пшеничная. А Полина Шкирёва в этот момент готовится. Приветствуйте, Анастасия Пшеничная, Тверь! Меня зовут Пшеничная Анастасия, я из города Твери, исполнила песню Юлия Авструб про ангела. Юный менестрель. Первой выступала Алиса Сутермина, второй Анастасия Пшеничная. Сейчас мы переходим к номинации «Исполнитель». Я приглашаю на сцену Шкирёву Полину, которая исполнит песню Елены Фроловой и Марии Маховой «Колыбельная для рыб». Готовится Квитковская Ирина. Раз.
лишнего в доме нет. А в люльке ребенок маленький, и он, улыбаясь, спит, вплывая в свои миры. Они выключают свет и смотрят в большой аквариум. Они выключают свет и смотрят на дивных рыб. На воле гуляет снег, и вечер свернулся кошкою, дыханием дом согрет. Над крышей январь кружит, а на чердаке в углу спит в валенках старых прошлое, закутавшись теплый плед, на краешке кресла спит. Кресло спит, а лишнего в доме нет. А в люльке ребенок маленький, и он, улыбаясь, спит, вплывая в свои миры. Ирину из города Москвы, которая исполнит песню «Милый друг» на стихи Роберта Рождественского, музыка Дмитрия Бекчентаева. Готовится Кабанов Дмитрий. Здравствуйте. В моих телах.
Следующий наш участник, Дмитрий Кабанов, город Унеча, представит вам песню Александра Баля «Так уж вышло». И, друзья, напоминаю, мы здесь все свои, поэтому выражение эмоций в виде «браво» тоже приветствуется. Заслуженные, естественно, заслуженные. Дмитрий Кабанов. Добрый вечер. Всех с праздником, всех с фестивалем. Спасибо. Я еще ничего не сделал. Так уж вышло, в окне гаражи, сараи, неприглядный замшелого шифера крыши. И смотреть было краше на них, невзирая, чуть повыше, там бескрайнее небо, и мир безграничен, там виднеется Днепр заливными лугами, что в апрельскую пору весьма непривычен берегами, берегами, так уж вышло. Судьбой не на шутку играя, и ничто уж как прежде ни ценно, ни свято, где постель на двоих, но подушка вторая не измята, не измята. И в окне наблюдаешь с просонья в пижаме, как по тропам среди луж от большого разлива ходит дома с собачкой за гаражами. Торопливо, 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 пожиже, то дальше, то ближе. Так смиренно ведомо, упрямым шарпеем, он как будто бубнит ей: не стой же, пошли же, не успеем, не успеем. И для полной картины ей бы посох скитальца, да в туман по просторам, поросшим бурьяном, а тебе б разглядеть, если что там на пальце безымянно, безымянно. Уж вышло свою одинокую драму, сил хватает не всем доиграть терпеливо, и уткнулся ты носом в оконную раму сиротливо, сиротливо. На душе и в пейзаже осколки, обломки, ты угрюм, как шарпей, что всегда морду хмурит от того, что в сторонке, все в нашей сторонке нервно курит, нервно курит. Не о том ты мечтал, но откуда же знал ты, что изменчивый мир вдруг останется прежним? Гаражи и сарай, ни яхты, ни ялты, ни надежды, ни надежды, ни надежды. Но куда же, вы спросите, дама девалась, что мелькала в окне со своей собачонкой? Я скажу, так уж вышло, но дама осталась незнакомкой, незнакомкой. Это грустная сказка с финалом печальным, и не раз омрачала одинокие души. Луч погашит надежды кольцом обручальным, сверкнувший, сверкнувший, сверкнувший. Совсем другое дело. Какая песня прозвучит сейчас, сюрприз даже для меня. Поэтому следующая наша гостья представит эту песню сама. Я приглашаю на сцену Екатерину Крапивину, город Ногинск. Песня Луизы Леонтьевой «Черемуха». Это не грусть, а прощание с грустью. Это не пламень, а дым. Руки черемуха белые
крылья вскинула ночью над домом моим. Руки черемуха белые вскинула ночью над домом моим. Мне не назвать тебя больше по имени, ни наяву, ни во сне. Сделаю так я, чтоб каждым маем ты тосковал обо мне. Сделаю так я, чтоб каждым маем ты тосковал обо мне. Чтоб обжигал тебя вновь каждый май ландыша белый огонь, чтобы светил тебе лист его узкий, словно моя ладонь, чтоб задрожало сердце твое в майский тишайший рассвет, вспомни потом, что у тебя больше меня нет. Это не грусть, а прощание с грустью. Это не пламень, а дым. Руки черемуха белые вскинула ночью над домом моим. Руки черемуха белые вскинула ночью над домом моим. Спасибо, Екатерина. Итак, это была номинация «Исполнитель». Для жюри напоминаем, что первой выступала Шкирёва Полина, вторая – Квитковская Ирина, далее Кабанов Дмитрий и Крапивина Екатерина. Сейчас мы переходим к номинации «Поэт». И я приглашаю на сцену представителя города Малоярославца Игоря Насенника. Он прочитает свое стихотворение «Посвящение Довлатову». Готовится Анна Юрьева. Всех с добрым Обнинским вечером. Меня зовут Игорь Насенник. Я очень отчетливо помню Тутанхамона. Вот. Из окраина Обнинска видно наш городок. Он называется Малоярославец. Житель называет его по-свойски «Малый». Итак, посвящение писателю Сергею Довлатову. Мы вспоминаем тебя, хуторшеров, кутая зябко в уют телеса. Жил человек вне молвы размер, пусть добрыми будут к нему небеса. Был непрекален, не брит, не ухожен, спит ты оракул и горький чудак. Как на тебя мы бываем похожи, только поем и тоскуем не так. Мастер мазка акварельного тона, ты на душу набросил вуаль. Даже плевок на асфальт Вашингтона ты бы растер из слюны в пастораль. Велик для миллиарда магический шар, гений никчемен в зверином лесу. Как же наивный олен троша, одра дарящего ход колесу. Ты ушел, не оставив надежды, факса мессии, визиток богов. Мы же спешим, обрывая одежды, в зал ожидания гранитных шагов. Плещется быт у подножья природы, бегство немое в овале нуля. Бренные шуты короли народы, вечно лишь Господи воля твоя. Так прикажи,
возжелай непогоду, сделай, чтоб ветры рассеяли мрак. Жизнь не должна быть крестовым походом сквозь матерность слова и бешенство драк. Сделай, чтоб с нами сидели Сереги, пили пивко и не прятали глаз, чтобы оставили наши дороги, нас уводящие в путанность фраз. Мы вспоминаем тебя в заземлении, не изыскуя закусочных явств, в призмах стаканов, тени прозрений бродят, шокируя девственность паств. Переходим к номинации «Автор музыки». Я приглашаю на сцену Юрьеву Анну из города Сарова, которая исполнит песню на стихи Елены Касьян «Если я тебя забуду». Готовится Вера Караванова. Добрый вечер всем. Очень рада всех видеть. Здравствуй, Обнинск, здравствуй, фестиваль. Моя малая родина, город Обнинск. Я здесь жила до 4 лет, поэтому очень приятно здесь снова быть. Итак, песня на стихотворение Елены Касьян «Если я тебя забуду». Вторым моим.
большое спасибо. В общем, сейчас вспомнилось, как вот раньше в советские времена ведущие концертов представляли песни. Примерно так. Музыка Веры Каравановой, стихи Виктора Ляпина, «Звонарь» исполняет Вера Караванова, Нижний Новгород. Очень волнительно и очень трепетно первый раз стоять на этой сцене. «Потерпи» дала вторую жизнь Екатерина Литвиненко, Балашиха. Здорово, сэр. Неприлично, но просили что-нибудь поговорить. Я очень рада, что мы опять на этом фестивале, что через год пропуска мы все вместе. И фестиваль состоялся, и такой грандиозный. И пусть все будет хорошо. Марина.
носком с деревянной лопаткой. Ты кто? Ты кто? Как зовут тебя? Двигайся и не спи. Как зовут меня? Двигаюсь и не сплю. А я девочка с именем Потерпи. Вот стою, терплю. Я сижу за партой, писать учусь. Под рукой в косую линейку листочек. Я уже не знаю, чего хочу. Я молчу, потерпеть осталось чуть-чуть. Я устала очень. У меня на рукавнике черные две такие косички, пробор без щелки. Первый раз первый класс, третий, пятый зима. И тяжелый портфель, снег в лицо, жар колюч. На веревке на шее болтается ключ. Но наступит когда-нибудь все-таки май. Я терплю. Маме трудно с нами, мы это знаем. Лето, лагерь, линейка под красным знаменем. Умывальники, грязные ноги. Кто первый? Но в ушах с гордым гипсовые пионеры. Ссадины врач мажет датским йодом. Комары не дают уснуть до рассвета. Дотерпеть до конца этой муки всего-то ровно поллета. Шпаргалки, учебники, скоро экзамены. Все на нервах, совсем ничего веселого. Он три дня не звонит, в жизни все неправильно. Поскорее бы, что ли, закончить школу. Белый фартук шел, и звонок последний. Выпускной, наконец, впереди свобода. Институт, диплом и распределение. Мама, мама, здесь нужно терпеть три года. Как зовут тебя, маленькая? Не спи? Я не сплю. Я девочка, потерпи. Врач в палату заходит, начинает допрашивать. Я сижу перед ним, мне реально страшно. Я огромнее, чем шар, я ношу в себе глобус. Я терплю уже 9 месяцев, чтобы... Мама, что это? Землетрясение? Что это? Все? Штрихи и круги. Очень хочется пить. Тише, рядом в палате все спят. Скоро, скоро. Не кричи, потерпи. Сопли вопли детсад, одного на себе, другого на санках, дорога в снегу. На работе не платят, велят потерпеть. Я привыкла уже, мне не в кайф, но могу. Боже мой, снова в школу, опять по кругу. Ты прекрасна, жизнь, возмущаться глупо. Потерпи, наступит и передышка, но ты выдержишь. Коридор, больница, вы в третьей? Направление, больницу, очередь. Кто последний, болен здесь и там. Принимаю и это. Терпите, больной, мест больницы нет. А сколько вам лет? А вы что хотели? Мы хотели, доктор, покоя в теле. Мы терпели долго, да вот устали. Ну и так далее. Идет темным вечером, мозг забит. Хорошая девочка, потерпи. В голове у девочки то и то. В кошельке у нее всем понятно, что. Хочешь жить 100 лет? Да зачем мне 100? И сомнений в душе. А я сколько уже? Вот и снова зима. Фонари, снег скрипит. Потерпи, отдохнешь. А пока потерпи. Автор музыки. Первой выступала Анна Юрьева, второй Вера Караванова и третий Екатерина Литвиненко. А мы переходим к номинации «Автор». Я приглашаю на сцену Шарыгина Александра из Нижнего Новгорода с песней «Недопетое лето». Готовится Гурьев Георгий. Я поменяю микрофон, чтобы его не поднимать. Вот, этот лучше для меня. Добрый вечер!
Я первый раз на этом замечательном фестивале, хотя мне очень давно и многие друзья советовали сюда съездить, и я очень рад, что я сюда наконец приехал, потому что замечательный фестиваль, замечательный город, замечательные гости фестиваля, организаторы и замечательные зрители. Спасибо вам всем огромное. Рассвета. Неважно, какое теперь время года, у каждого есть недопетое лето без статусов, ценников и несвободы. И там, не стесняясь нарядов небронских, без всякой причины друг другу мы рады, и чувствовать можем любви отголоски на кончиках пальцев, улыбок и взглядов. Живу, но все что-то не в тренде, вне времени.